шел 1918 год. В бой за молодую республику Советов уходили отряды Красной Армии. В эти дни на улицах Приволжского города появилась необычная афиша. Открывается в городе Саратове бесплатный для детей пролетариата и крестьян советский школьный театр. Прошло много лет, и ныне театр, рожденный заботой государства о детях, стал любимым театром юных зрителей. Сегодня на его сцене идет спектакль о юности наших отцов, о первых днях комсомола. На улице счастливой. За фабричной заставой, где закаты к дыму, жил парнишка кудрявый, лет 17 ему. О весенних рассветах тот парнишка мечтал. Мало видел он свету, теплых слов не слыхал. Мало видел он свету, теплых слов не слыхал. Вот кончим мы воевать, раскидает нас в разные стороны. Постареем мы, а будем вспоминать горячие эти годы. Юность нашу комсомольскую. А нас? Что, Глаха? Нас вспомнит кто-нибудь. Должны вспомнить. Соберутся когда-нибудь комсомольцы. А будет их много. Сотни тысяч. Миллион. Вспомнят революцию, гражданскую войну, улицу нашу счастливую. И кто-нибудь скажет про нас. А ведь они были первыми, ребята. Да мы и сами про себя вспомним. Вот встретимся лет через 20 и вспомним. Через 20? Да что все? А что? Ведь очень даже просто. Вы представляете, братва, открывается дверь. И входит известный в мировом масштабе механик-изобретатель Кузя. А кто это виднеется за вашей спиной? Да это же Горовский. Знаменитый поэт Евгений Горовский. Жень. А вдруг шум, гам, дым коронысом? Что такое? Степа. Ваша правда, Глафира Алексеевна, идет Степан Барабаш. Ты кто будешь, Степа? Токарь он, наипервейший. Идет наипервейший токарь Степан Барабаш. А почему шум? Да встретился он на лестнице со своим давним дружком Федей Рудым. Агроном я. Извините, не знал. Встретился с агрономом полей товарищем Рудым. И, как всегда, поднял дискуссию по крестьянскому вопросу. Аглаха. Задерживается. Опаздывает всеми, уважаемая Глафира Алексеевна. Но, наконец, по ступенькам стучат ее сапоги. И в дверях она. Ты кто будешь, Глаха? Не знаю. Я учиться пойду. В дверях всероссийской ученой Глаха. Красивая, необыкновенная. Платье на ней синее. Переливается, как волны. Материя есть такая. Шелк. Вот-вот. И никаких сапог, наврал я про сапоги. Туфли на тебе, самые красивые, как у балерины. Леша, а сам ты кем будешь? Что ж ты про себя ничего не сказал? Я? Да не знаю. Кем партия прикажет, тем и буду. Это все мы. Верно, Кузьма, верно. В этом счастье, ребят. Огромное, одно для всех. Настоящее и будущее. Наш паровоз летит вперед. Кому не остановка, иного нету О многом напомнила эта пьеса Алексею Григорьевичу Борисову, участнику октябрьских боев, одному из первых комсомольцев Саратова. Его рассказы о прошлом помогли актерам живее воплотить образы молодых защитников Родины.
Тюза много друзей. С участниками самодеятельности охотно делится своим сценическим опытом Алексей Быстряков. В прошлом Чабан он уже 8 лет на сцене. За эти годы сыграно немало ролей, а за исполнение цыганка в спектакле «Алеша Пешков» Быстрякову была присуждена сталинская премия. Всего год работают в Тюзе Юрий Кондратьев и Светлана Скворцова, выпускники студии МХАТ, но им уже поручены ведущие роли. В театр приходит много писем. Спектакли волнуют не только юные сердца, они находят отклик у людей часто уже немолодых. Лауреату сталинской премии, артистке Черновой, пришло письмо от заслуженной учительницы Евгении Акимовны Купчик. Далеко за полночь, а я пишу вам. Дорогая Зинаида Александровна, вы создали образ благородной, с удивительно твердой и тонкой душой народной учительницы. Мне радостно от сознания, что мы с вами делаем одно общее дело. А вот другое письмо. Эй, принц, знай, злодей, тебя все равно вытарят из лимонии, а наши ребята из первого А тебя давно раскусили. Не только в сказочных образах раскрылось дарование заслуженного артиста республики, лауреата сталинской премии Александра Ивановича Щеголева. Зритель видел ее в ролях профессора Полежаева, Якова Каширина и Лопухова, Любима Торцова и Радищева. Одна из его последних ролей – Вершинин в пьесе Чехова «Три сестры». Давайте заглянем в театр днем, когда там идет обычная работа, скрытая от глаз зрителя. Сцену из «Трех сестер» репетирует главный режиссер театра Юрий Петрович Киселев. А пройдет еще немного времени, каких-нибудь 200-300 лет, и на нашу теперешнюю жизнь также будут смотреть и со страхом, и с насмешкой. Все нынешнее будет казаться и угловатым, и тяжелым, и очень неудобным, и странным. О, наверное, какая это будет жизнь? Какая жизнь? Простите, я опять зафилософствовался. Позвольте продолжать, господа. Одну минуту. На пожаре все очень устали, изнервничались, дремлют. За окном тишина, где только отдаленный звук набата. Александр Иванович, хотелось бы, чтобы в этой тишине, напряженной тишине, слова Вершинина о будущем звучали бы в проникновении глубже. Попробуйте. Как я говорю, какая это будет жизнь? Вы можете себе только представить. Таких, как вы, в этом городе теперь только 3. Но в следующих поколениях будет больше. Все больше и больше. Гремят мечи на улицах Вероны, ведут междоусобные бои приверженцы враждующих семейств. Мастер спорта Сазонов тренирует актеров к очередному спектаклю «Ромео и Джульетта». Умение владеть шпагой для актера так же необходимо, как и искусство танца. Урок ведет балетмейстер Адашевский. И о самых маленьких думает театр. Режиссер Давыдов и композитор Каменоградской готовят постановку увлекательной сказки итальянского поэта Джанни Родари «Приключения Чиполлино». Эта песенка сапожника Виноградины. Роль его исполнит Александр Митясов.
а мальчика Луковку Чиполлино сыграет Валентина Немцова. Я сижу за верстаком, песню распеваю, и под мёдки молоком гвоздики вбиваю. Костюмы лимонов, гусениц и помидор сшиты искусными руками Марьи Александровны Осиповой. Вряд ли узнает зритель в облике свирепого пса Мастина Александра Ремянникова. А в роли робкого кума тыквы выступит старейший артист театра Александр Алексеевич Черняев. Парики и гримы для обитателей сказочной страны овощей и фруктов готовит Владимир Иванович Стеклов. На этот раз Павлу Дмитриевичу Ткачеву трудно рассчитывать на симпатии зрителей. Ребята увидят его в образе грозного и жестокого сеньора Помидора. Все эти диковинные персонажи будут жить на Луковой окраине и в Лимонном королевстве, который создает для них художник Николай Александрович Архангельский. Сегодня в декорационные художники расписывают Луковую окраину, завтра, возможно, здесь будут сооружать цех завода или палубу корабля. А вот и сцена. Кто из нас в детстве не мечтал заглянуть в этот скрытый для посторонних глаз волнующий мир театральных кулис? Весь этот сложный механизм может привести в движение и мгновенно остановить опытный машинист Алексей Васильевич Богданов. Теперь дело за Николаем Михайловичем Сочневым. Свет включен, спектакль можно начинать. Всю жизнь копил гроши кум тыква и, наконец... Наконец у меня свой дом есть. Отдохну, Олю. А спать, что ж в крайности выспаться можно и под деревом. Важно свое жилье есть. Я сеньор Помидор с кожею атласной, и вступать со мной в спор овощам опасно. Борщ, разбойник, мятежник, ты построил себе роскошный дворец на земле, принадлежащей графине Вишне. Ты намерен провести остаток дней в безделье, насмехаясь над почтенной, престарелой, несчастной сеньорой, одинокой вдовой и круглой сиротой. Так я тебе покажу. Ваша милость, мне позволил построить здесь домик сам граф Вишня. Граф Вишня скончался 30 лет назад мирным вишневым косточком. И сделать такое должение убирать отсюда вон. А в этой конуре я поселю зубастого сторожевого пса. Эй, Мастино, сюда! Ап! Ты будешь теперь жить здесь, Мастино. Хорошо! Ап! Ап! Знай свое дело, сторожить правда. Ап! А здесь не дурно. Отняли у меня домик. Ау, ау. Как это отняли? Конфисковали на самом законном основании. Украли. Ты еще осмеливаешься возражать, несчастной? Ваша милость, я и рта не открывал. Блу! Кто это говорит? О, знай, это мятежник Виноградина. Эй, сапожник, мне известно, что здесь в мастерской произносятся крамольные речи против меня и благородной графини Вишни. Погоди, придет и твой черед. Придет и твой черед, Помидор. А? Тогда ты лопнешь. Откуда ты взялся, мальчишка? Почему не на работе? А я не работаю, я студент. О, а что ты изучаешь? Где ты
негодяев, ваша милость. И как раз сейчас один из них у меня под носом. Где он? Где? В этой деревне все негодяи. Если ты нашел еще одного, покажи мне его. Охотно, ваша милость. Вот у меня зеркальце, которым я пускаю солнечных зайчиков. Посмотрите с него. Так это же... Это же я сам! Погоди, я тебе покажу. Я тебе уши оборву. Все волосы выдеру. Смотрите! Проклятие! Как ужасно кипят глаза! Я плачу, черт побери! Не связывайтесь, другой раз лук! Проклятый луковый мальчишка! Я превратился в фонтан! Два фонтана! Ты дорого заплатишь мне за это! Господа в летящих шляпах нас обходят мор! Видно луковый на запах! Видно луковый на запах! Чересчур озер! Без суда зрителей, говорил Станиславский, театру трудно двигаться вперед. И поэтому дети здесь не только зрители. Постоянный юношеский актив обсуждает новые спектакли. Ребята пишут отзывы, составляют альбомы, встречаются с мастерами тюза. С художником Архангельским у Юры Доломанова давняя дружба. Это Юрин вариант оформления спектакля «Приключения Чиполлино». А вот его собственный театр. Почти как настоящий. В нем есть вертящийся круг, и огни рампы, и вся сложная техника кулис. Не хватает только актеров. Что поделаешь, сцена мала. Здесь впервые пробуют свои силы юные художники и декораторы. Каждой премьере посвящается номер стенной газеты. Не только в родном городе знает и любит театр. Он побывал на гастролях во многих городах и селах. И всюду искусство талантливого коллектива привлекало интерес и симпатии зрителей. За то, что театр всегда шел в ногу с юностью, вместе со школой и книгой пробуждал стремление к знаниям, любовь к труду и родине, театр заслужил признание молодежи. Дорогие мои, вы просите рассказать вам о наших планах и о наших задачах на будущее. Я вам отвечу словами старой учительницы Елизаветы Максимовны из пьесы «Страница жизни», которую вы, конечно, все видели. Одна из величайших задач нашей эпохи – это создание нового человека. Человека, которому принадлежит будущее. Каждый из нас именно сейчас должен готовить себя к тому, чтобы войти в это светлое будущее, обогащенным большими знаниями, свободным от тех дурных навыков, которые столетиями укоренялись в людях. Когда в 1906 году я начала свой путь молодой учительницы, я не предполагала, что своими глазами увижу ту жизнь, о которой мы мечтали и говорили только шепотом в небольших кружках. Мечты стали действительностью, но на смену им пришли новые. Человеку свойственно мечтать. Мы артисты театра. Мечтаем рассказать со сцены о нашем современнике, человеке, штурмующем полюс, поднимающем целину, о героях нашего времени, молодых, красивых, сильных, вошедших в большой мир, чтобы строить, любить, бороться. Это наша мечта, и с этим мы отправляемся в наш дальнейший творческий путь. Пожелаем доброго пути театру нашей юности, спутнику ее и другу. До новых встреч, дорогие друзья!